Так сейчас выглядит 13-я станция Большого Фонтана. Здесь прямо на склоне спилили свыше 50 деревьев. А вот зачем, пока непонятно. Говорят, будут проводить берегоукрепительные работы. На большинстве спиленных деревьев еще зеленые листья. Ими усыпан весь склон. Здесь наряд полиции. Правоохранителей вызвал представитель компании-застройщика. Общественность помешала им продолжить вырубку деревьев. По благоустройству территории, по укреплению склон. Ну, вам подходит такой ответ? А есть ли какие-то документы, разрешения? Все какой-то разрешения, план работы? Все разрешения есть. А можете их показать? Нет. А почему? А почему такое большое количество деревьев спилили? Ну, потому что собственник решил, что эти деревья он сносит. С журналистами представитель заказчика общается неохотно, не называет свое имя. А вот эксперты в то, что укрепить склон можно путем массовой вырубки деревьев, не верят. Ведь именно для укрепления склона эти деревья и посадили. То, что мы видим, это то, что, во-первых, работы, которые проводятся, они проводятся без маркировки, то есть участок не огорожен, мы не знаем, соблюдены ли границы. И я считаю, что удалены деревья, которые на примыкающем участке, то есть это воровство фактически у громады. Что касается законности получения этого акта, тоже есть большой вопрос. И также вопрос к городу, к управлению инженерной защиты. А вот мэрии пока инцидент не комментируют. Заказчик показать документы отказался. Никто из компетентных органов за ходом работ не следит. И пока что массовый спил деревьев привлек внимание лишь прохожих. Нет слов для выражения. Просто вот увидела и думаю, а зачем это? Кому это надо? Кто нас спрашивает? Все решают там. Все деньги. Анна Городенцева, Денис Рудь, телеканал «Репортер».